Помощники, пожалуйста, измените название трансляции, чтобы не вводить в заблуждение. Сейчас у нас будет короткий выпуск из XCOM Enemy Within. Это, кажется, у нас пятая с вами будет часть. Остановились на успешном выполнении миссии поезд. Если вы пропустили этот раш леммингов, очень рекомендую посмотреть, как это было. Сейчас у нас будут постепенно возвращаться бойцы с первого, со второго состава. Вот. 23 ученых делается ксеноневрология. Первые бронекомплекты уже исследуются. Деньги появились, кстати. В школе офицеров пока некого. В мемориале Лемминги главным образом. По офицерам, кстати, надо будет перед следующей миссией перепроверить, назначить. Корабли частично с фениксами, перевооружение. Можно еще один перехватчик, но тут не хватает на самом деле. Я думаю, может сейчас четвертый модуль сделать спутниковые связи. А, у нас в литейном цехе типа можно сделать. Что-нибудь такое. Улучшенный прицел. Наши лазерные прицелы, портативный модуль прицел могут улучшенно дополнительно подсвечивать уязвимые места противника. А, существенно повысить шанс крита. Хорошая тема. Очень хорошая тема. Фрагменты и соточка. Плюс один прицел. Потому что я три прицела как минимум юзаю. Это 10% крита еще даст. Наверное, стоит. И надо сейчас сделать еще один, может быть, даже два прицела. 66. Дорого они стоят, конечно, дорого. Давай лучше два, потому что делаться будут 6 дней. У меня уже там они впритык, иногда не хватает. А их ценность еще повысится благодаря исследованию. Броня 6 часов, фаланга. Есть, три первых брони. Давайте посмотрим на броню по сравнению со стандартной. Тактический костюм. Очень легкая броня. Ну, тактический костюм, тактическая броня скорее нужно ставить. Мобильность, 2 очка здоровья. 2 мобильность, 3 очка здоровья средние. Да ладно, всего лишь? Серьезно? То есть, ну, помобильнее, поздоровее будут, но... Я думал, сразу троечка добавится. Жалко. Запрос от государства, кстати. Текущие запросы. 3 запроса. Лазерные винтовки слишком ради одного. Наносплавы надо брать. Не знаю, почему я не выполнил. Деньги пока актуальней. Нигерия, спутник за Инжей. Нигерия, спутник за Инжей. Блин, а может быть реально сделать еще один модуль спутниковый? Накрыть до конца Австралию, получается. У меня есть один спутник, но он... Связи работают на предельной мощности. Требуется дополнительный модуль. Ой. Тут пар. Не хочется это делать. Пар неудачно стоит. Ну, там есть, конечно, место для генератора в стеке. Еще там можно добавить сюда будет. Но потом... Только на четвертом этаже бахать. А, на спутниковый нужно 30 инжей. Вот в чем проблема. Можно сделать под буст исследования, типа лабу бахнуть. Может быть. 20%. Но для них как-то тоже места маловато. Да и денег впритык на самом деле. Блин, оперативники все еще не вернулись. 2-3 дня, сейчас бы не словить какую-нибудь миссию жесткую. Еще ранение. Это вот новые лемминги, 5 человек, которые у нас поезд пережили. А, черт, что-то не нравится мне.
ситуация. А что по миссиям, кстати, секретной операции? Может, подсканить? Надо подсканить. Сканирование завершено. Германия, ЮАР. И нет бойцов для секретной операции. Блин. Что-то я не подумал, что мне офицеры еще какое-то время будут тупить. Совета пришел запрос с высоким уровнем приоритета. Ой. Миссия совета. Мне не вернулись оперативники. А, это дредноут. Блин, я не могу сейчас на дредноут идти. Черт, а я могу эту миссию скипнуть, отложить? Дредноут, кажется, улетает. Или брать. Почему не можешь? Она не факт, что вернется через. Привет, 1БМ. Но мне тут нужен совет экспертов. Главным образом, те, кто про. Устал их брать, думаете? Я уверен, что вы справитесь с этой. Не, лемминги здесь не. Не справятся. Но дредноут. Просто дредноут. Это финальная миссия ветки. Дредноут — это огромный корабль. С огромным количеством врагов и с огромным количеством ресурсов. Если дредноут проходится, это такой важный момент в игре. Усталых потом леммингов качай. Изи леммингов нет. Короче, давайте собираем пацанов. Тут некоторые вообще 9 часов, 24 часа. Точно медик. Раз. Давай сразу вот так. О, твою ж налево. Снайпер раз. Снайпер два. На дредноуте они там прям решают. Точно пехотинец. Раз. Блин, я могу разведчика взять, который с инвизом? Ты же с инвизом? Да, маскировка есть. Один разведчик идет. Давайте пока уберем разведчика. Возьмем. Блин. В оригинале можно было бы по кругу гонять. Да, вот в том-то и дело, что я не уверен, что. Инж нужен один точно. Лен, давай сначала пехотинца, вдруг поместимся. Потом идет инж. И один пулеметчик. А, разведчика не хватает. Пулеметчик с опрессом — это очень полезная штука. Ну, значит, надо убирать нубаса пехотинца одного. И ставить сюда разведчика. Жесть. Раздеваемся. Итак. Кому нужна броня? Точно разведчику. Ой, то есть, блин, точно пехотинцу. Вместо штурмовой лазерной. Естественно, прицел. Блин, мне всего два прицела будет. Инженер дым хаешки, и, скорее всего, ему тоже нужно давать броню. Лазерная винтовка. Блин, снайпу одному не хватит прицела. Да я один прицел потратил на исследование на это. Но отказываться от... нельзя.
Перед ником показана позиция персонажа на старте. Maybe важно. Да не очень. Ну, в смысле, ничего. Штурмовая винтовка, лазерная винтовка. Наверное, сапу все-таки возьмем. Капитану броню хорошую. От него многое зависит. Overwatch, военврач, быстрая реакция, тоже прицелы нужны. Итак, у нас саппорт, снайпер, пух, снайпер, сокол. Разведчик с непонятно чем вообще. Страховочный медкомплект. Блин, маскировка, я первый раз сейчас... А, это не тот... Это не тот разведчик. Нет, тот разведчик, маскировка. Вот он должен у нас бегать вперед. Может быть, даже не марксманская винтовка, а лазерный карабин. Может, даже не тактическая броня, а тактический костюм. Нет, все-таки марксманская винтовка. Медпакетов еще медику не взять? Кстати, можно второй, почему нет? Да, это полезнее, чем... Так, лазерная броня. Не лазерная, но нет. И брони тоже нет. Здесь надо что-то снайперу взять. Страховочное тоже. Ну, опять же, аптечка, наверное, зайдет. Или дым страховочный. Они редко будут работать. Не, давай медкомплект, потому что может быть жесть. Мед. Разведчик, пехотинец, инженер. Инженер тоже с броней, да? То есть у нас с броней инж, пехотинец. Только хэвик без брони, но у нее и так хорошо все с защитой. И она сопрессит, в принципе, и у нее воля к жизни есть. Здесь надо пулемет лазерный дать. Вместо второго медкомплекта... Особо не нужным. Пожалуй, увеличенный, чтобы дольше держалось. Может, один сканер? Да есть сканер один у этого. У разведчика. Ну что, 7 бойцов, все усталые. А, марксманский прицел же можно разведчику дать. Забыл совсем. Боевых гранат немало. Ну, я не делаю ставки здесь на гранат. Это у меня другая тема совсем. То есть у меня тут сапрессы всякие. Сапрессы, наводки, снайперы и хорошая работа пехоты. Блин, я что-то... Я в туалет побежал, извините. Я давно не ходил, это что такая миссия. Чумандер сыт. Да-да-да. Избегайте витиеватого, да. Языка. Он должен быть понятным, лаконичным. Чумандер конкретно сыт, да. Ну что, если что, дредноута не было. Ага. Я не знаю, что еще значит дредноут в Лонгваре. Богом. Я помню его весьма хорошо по оригинальной версии. Это миссия где-то на 30 врагов. 30 врагов! Я открываю новую страницу. А нет, после поезда. Вот Dreadnought. Dreadnought. У меня поезд 29-го, Dreadnought.
Огромная карта, большое количество врагов. Эй. Эй. Зависли. Главное, чтобы не пришлось шмотки перекидывать заново. Главное, чтобы сейчас сейф не запоротым был. Че, я PUBG запускаю, что ли? Нет. Кажется, PUBG все равно запустил, да. Закрываю PUBG. Пробуем загрузиться. Да, кажется, придется сейчас раскидывать снова. Я уверен, что вы... Ладно, ну я помню порядок. Простой задачей. Медик. Да, там пехотинец Делайлан. Там, правда, снайпер был следующим. Неважно. Снайпер, главное... Еще один снайпер. Точно, разведчик. Сейчас главное не торопиться и перепроверить все. Инж и пулеметчик. Может, кстати, инжа другого взять. У нас там Бесса какая. Такого же звания, кажется, она. Сержант, сержант. Угу. Так, значит, медик у нас точно шел с броней, точно шел с винтовкой, с двумя комплектами медкомплектов. Пехотинец Делайла точно шла с броней, точно шла с винтовкой, точно шла с двумя прицелами. Снайпер Пух шел с прицелом, с пистолетом. Следующий снайпер шел со страховочной. Так. Разведчик шел с прицелом марксманским. Шел с марксманской винтовкой. Я ему тактическую броню менял. Не знаю, насколько это целесообразно. Лазерный прицел можно заменить на... Они на что? Не, давай, давай все-таки на аптечку. Инженер у нас берет последний армор, последнюю винтовку и гранаты. И пулеметчик берет лазерный пулемет, увеличенный магаз и медкомплект. Так, надо сейчас выйти, кстати, назад к брифингу. Сохраниться, выйти в главное меню. Или он сейчас автоматически сохранился? Рада, что вы не забываете научный отдел, шеф. Я уже отправила новичков в лабораторию. Надо какое-то сканер... Как сканера нет, если... А, ну, в принципе, можно дополнительный сканер взять. Сканер боя, классовый предмет. Разведчику вместо этого дополнительный сканер, что ли, дать? Ладно. Поехали. С Богом, друзья. Черт. Садимся.
Дредноут поврежден, но все еще в рабочем состоянии. Команда будет не слишком рада нас видеть, они станут драться до последнего. Давай, не тормози, пожалуйста. Есть. Дредноут. Это столько сплавов, столько иллириума. Тут 1.5-2 косаря легко просто получается. Рейнджер сделал свое дело, но самое трудное впереди. Чтобы захватить дредноут, нужно вывести из строя... Твою налево. Просто! У нас нет данных о составе команды, но готовьтесь к серьезному сопротивлению. Серьезное сопротивление, да. У нас новая задача. Блин, командиров не проверил. Твори добро. Ну что, поехали, друзья. Full cover, наверное, рывок. Так, все, пошла маскировка. Это вот первый раз я вот с таким товарищем сейчас играю. Уже иду. Так, стрёмно, капец. Да, Underdark. Да. Замечено движение. К вам движется отряд противника. Готовность номер один. Тарелки. Мутоны. Мутоны. Там Thingmen, дроиды. Там идет на усложнение, на самом деле, все. То есть начнем мы, кажется, с летунов, с Thingmen, сектоидов. О, очень много народу. А, уже? Это другая миссия, короче. Ну, то есть это не... Не тот дредноут, который я помнил. Это совсем другой дредноут, друзья. Расставляем пацанов. Не торопимся. Твою налево. Кибердиск. Кибердисков здесь будет несколько. Мутоны. Мутоны. О, бом-бом-бом-бом. Ладно, открываем дверь. Пробуем осмотреться. А! Я думал, от кавера к каверу можно бежать, если ты... Нет, то есть от фулл кавера к фулл каверу только. Капец. Все, хорошо, что чекнут этот момент. Блин. Это еще что? Кибердиск. Или дроид. Стрёмно, капец. Я то ли тут холодно, то ли меня тут пробирает просто от этих рыков. Фулл кавров-то тут нет уже, Михаил. Двигаюсь на позицию. Да, нам может сканер, конечно, кинуть первый. Но, видимо, надо подтягиваться постепенно. Только не сап первым, пожалуйста. Пусть лучше гренадер пойдет. Выхожу. Кидай страйк, если страшно. Да, кидай сканер, если страшно. Кибердиск. Блин, рычат мутоны. Блин, тут я не успеваю зайти. Придется.
придется по половине хода заходить. Сэр. Ясно. Ага. Слышали? Слышали. Гля. Снайпов надо сюда подводить все равно. Они из-за вот этого большого не работают. Ну, в смысле, не видят ни хрена. Сейчас сканер, скорее всего, будем кидать. Летит кто-то рядом совсем. Underdark, да, спасибо. Рассказывай. Не хочешь? Ну, кидаю скан подальше куда-нибудь. Мы не можем зафиксировать его на датчиках. Дроид. Он движется так хаотично. Силовые кабели на корпусе судна подключены к главной... Миш, Кермик, Чамандер, Бобер, Миша, да, да, здравствуй, наконец-то дождался твоего родимого, любимый X-Chom, да хрен с ней 3-4 сложности, я уже предчувствую святое пламя, когда еще проходит макс сложность, люблю, целую, good emotion, привет, пацанам. Спасибо, Underdark. Там еще пак, смотрите. Ну или это часть того пака. Снайперы не работают. Ну что, подходить сюда? Я думаю, надо сначала снайпов вывести. То есть их подвести вот так, чтобы они следующий ход с большей вероятностью работали. Этот одинокий волк вообще, соколик должен отставать от остальных, ладно. Оставим его здесь. Штурм один. На вас идет группа чужих. Скрипт. Скрипт, один. Похожим. Поли... А, кибердиск там, нифига себе! Еще кто-то внизу. Блин. Это не оригинальная вообще игра, сразу. Сразу могу сказать. Кибердиск там были только в конце уровня. А, сзади приходит. Охренеть, еще. Да ну нафиг. И два овера там. Ну ясно. Конечно, надо молниеносными вскрывать. Забегать этих убивать пытаться. Фух, хорошо. Помню свой первый дрон, как раз кибердиск вылетел, пострелил, не сыпал пак, который стоял и разжал. Ясно. 30, 37 75, 90, 90. Ну это понятно, да. Надо подсвечивать. Кто еще может? Делайла, скорее всего, должен выходить. Что такое? Лови, чувак.
Лови, лови, лови. Кошка Абера. Что кошка Абера делает у нас, скажи мне? Так, 48, это как бы сопресс намечается, да? Как раз меточка. С этого начнем. Поехали, раз. Я не знаю, как здесь убивать, если честно. Снайпер может только по этому стрелять. По дальнему никак, поэтому стреляет после метки. Хорошо. Один в тылу все еще актуален. 58 меткость довольно низкая. Дымы я могу докинуть, но у меня фланг на снайпа. Я могу снайпа через команду пододвинуть. Блин, фулл кавер там еще. Но он мне все равно фланганет. Если, конечно, захочет. Не, наверное, ганнера надо подводить вот так вот. Смотреть, что по вероятности. 49, капец. Ну и через команду пытаться убивать. Очень нужно попадать, друзья. 50%, давай. О, понеслась. Понеслась. 58, давай попробуем с критом. Сокол пытается попасть. Есть! О, молодец. Двигаюсь на позицию. Тут перезарядка, тут овер. Блин, они что, на нас полетят? Они летят, кажется, на нас. Так, два фингмена. Кибер. Диск. Плюс три. Ну что, начало аховаем. Но мы довольно сухими отсюда вышли. Перезарядка. Овер. Слушайте, я могу передвигаться от фулл кавера к фулл каверу, если... Нет, если враг увидит, то... Может быть и нет, кстати. Если враг не видит меня... А, у меня не спадает маскировка. То есть я, в принципе, могу добежать вот до туда на... Хотя не знаю, как это работает. Блин, сейчас проверять еще такое... Такое себе удовольствие, если честно. Давайте налево уходим. Три Thingman. Ну, первый... Ну, третий вот он. А, три Thingman, точно, да. Да, три Thingman. Можно, конечно, сделать сканер, но сканер, я полагаю, мне еще пригодится потом. А, если меня флангует это раскрытие. Я понял. Да, кажется, спадает, если вижен во фланг. Понял, выдвигаюсь. Пошел инвиз. Очень хорошо пробежали. Очень хороший вижен. Наверное, надо сейчас будет собраться. Подсвечивать, перегруппировываться. Причем снайпера сюда. Перезарядка. Давай перезарядка тоже. Я тоже перезарядка. Овер.
Я первый раз лонгорскую миссию на дредноуте пытаюсь пройти, поэтому я мега аккуратен. Давайте сюда. Полный кавер, полный кавер. Подсвечиваем разведчиком. Видим. В принципе, можно уже работать. 90. Но это дроиды, блин. Это дроиды. Ну ладно, работаем. По-ближнему. Раз. О-о-о! Тарелка. Спулилась. ГГшечка, кажется. Так, одинокий волк работает? Нет. 70-70. Стреляем. Хорошо. Overwatch. Смотрим, как будет действовать. Не факт, что полетят, кстати, на меня. Да, овер. А, та, что? Он демаскируется при этом? Мимо. Ты чё? Ни в коем случае на овер не ставить. Ой-ой-ой. Так, забыли про кнопку сочетания клавиш Alt-O. Просто забыли. Все, замаскировались. Вышли снова сюда. Альто. Сейчас должны летать туда-сюда и, соответственно... О-о-о. Они, кажется, стригерились. Пух. Стреляет. 63. Давай, альт F9, что-то медленно и все идет. Привет, уважаемый, вторая волна активной инопланетной нервишки. Нет, нет, нервишки нет. Инопланетные нервишки нет. Блин, я мелких ковыряю по 3 выстрела. А там кибердиск. Вот он влетает, ёпай, моё, папашка. 4. Overwatch. Хорошо, гренку не докинул, не стрелял. Ремонтирует его. Итак, мы должны сопрессить. В первую очередь... Ага, сопрессить. Классная идея. Сопрессить-то я не могу. Overwatch на кибердиске, это очень страшно. Ну, видимо, надо здесь критовать. Пытаться снайпером. Вообще крита нет. Видимо, какая-то защита есть. Да... Пахнет ГГшечкой. Можно вывести сейчас, конечно, на овере этого товарища, разведчика. Ну, чтобы я, по крайней мере, хэвик подвел. То есть мы, типа, уходим назад, куда-то, вот скажем, сюда. Потому что я сейчас ловлю, если не... Да, давай так. Обнаружен, молниеносные должны сработать. 6%, блин, держись. Только не те 6%, которые у вас были. Хорошо. Дальше мы можем подводить более спокойно хэвика с сопрессом. Не факт, кстати, что он добежит. А надо по-хорошему проверять. Вижен до этого был отсюда. До этого нет.
Отсюда может измениться, но и так не хочется проверять эту тему. Наверное, отсюда будет вероятнее, да. Идет сопресс на кибердиск. И ради метки, и ради ограничения его боевых способностей. Так, у тебя двойной овер, да? Пока не работаем. Тут два раза стрелять надо по кибердиску. 74 раз. Господи, ну как так-то, а? 74-2. Капец, броня у него. Снайпер должен стрелять, естественно, уже с меткостью. Крит не работает, еще раз убеждаюсь в этом. Стреляем по киберу. Один. Ё-моё, он закрылся, и у него сразу броня повысилась. Я не знаю, что делать. Дымами я все тут не закрою. Но я думаю, надо разделяться в любом случае. Чтобы не прилетело. Или дым и выстрел. Дым и выстрел хорошо, конечно. Но куда? Хорошо, надо хэвика этого прикрыть. Поехали, раз. Блин, сейчас меня размотает кибер. И стреляем по киберу. 69, пока метка есть. Один хит, ё-моё. Тут разведчикам хотелось бы, конечно, свалить, но валить некуда. Разве что возвращаться на исходную и пытаться в инвиз уйти. Но инвиза нет, потому что тебя уже видели. Надо было это запомнить. Здесь не знаю, что делать. Вот реально не знаю. С одной стороны, вроде как нужно отходить. С другой стороны, вроде как у тебя овер. Приказ закончит ход у нас. Нет, двойной овер, видимо. Молимся, друзья. Летит. Начинает. Лечит кибердиск. По три ремонтирует. Ремонтирует. Он уже здоровый практически полностью. Ну, этот овер такой себе. Ну, попали разок, кстати. Кибердиск фуловый. Капец. И он действует. 1%. Мимо. Тут надо добивать дроида одного битого. Раз. Молодец. Снайпером по открытому. А типа у него защита такая никакая, да, сейчас? Не 100%. Стреляем снайпером по открытому кибердискам. Один хит вообще. Отличный совет. Снова сопресс. Кибером. Разве медик нет обилки, что после выстрела он стоит на овер? Есть, но мне же при этом не нужно вроде как... А, нет, есть. Надо продолжать пытаться продемеджить кибердиск. Потому что дроиды заняты этим.
4 брони, просто ничего не сделать. Что, еще один дым, типа? Пока он стреляет по хэвику, у нас есть шансы разойтись, пока не поздно. По закрытым нельзя критовать, по открытым можно, ты обилка не взял по открытым. Я проверил вроде, не? Короче, видимо, дым, друзья. Обновление дыма и расчет на то, что он выстрелит, ну, будет действовать так же, как в прошлый раз. Пытаемся. Блин, 69 мимо. Не хватает огневой мощи. Я стреляю по киберу, пробуем. И ухожу типа в овер. Не, не ухожу в овер. Обилка по-другому работает, действительно. И перезарядка. Ну что, ГГМ. А, перезарядка фришная, да? Еще диск. Блин, он такой непробиваемый просто. Дроид его чинит. Второй дроид его чинит. Так, опять он по хэвик стреляет. Твою мать. Так, ну что, пробуем критануть по открытому кибердиску. Да, крит 50 есть. Нет, ноль крит. Нет, это, подождите, это по дроиду. Вот он кибердиск, вот он крит. Поехали, критуй, только очень нужно критануть. 5 крит попаданий, 5! У Хэвика скоро патроны закончатся на сапресс. Может, пока не поздно попробовать с дроидов отстрелить. Вот, соточку вот этого хотя бы. Три раз. Нижнего дроида пытаемся добить. Ну, у него 82, и он... Да, он плотный капец. Ставить ли еще один дым? Ну, я... Видимо, нет. Перезарядка. По киберу раз. По киберу два. Большую часть жизни. Сняли. Дроид чинит. Это чинит. Какая там вероятность без дыма? Ну, 1%. Не нужен был дым, блин. Не нужен был дым. Буду знать. Так, второй снайпер пытается критануть по киберу. Ну там 37% точность. Крит не срабатывает. Здесь добиваем нижнего 82, скорее всего. Я почти пустой. Увы, перезарядка. А у меня-то на сапресс не хватает уже. Че, команду делать? Я не смогу просто без команды.
по-другому. Да, делаем команду. Капец просто. Сапресс пошел. Господи, его... Такое впечатление, что я какой-то алюминиевой вилкой пытаюсь консервную банку вскрыть. Абсолютно бесполезное такое мероприятие. По дроиду все-таки меньше вероятность, поэтому я пытаюсь все-таки передэмэджить. Это получается. Господи. Дым два хода висит? Блин, я разок просчитался и все. На 1%. Сам в шоке. Перезарядка. Давай-ка дроида попробуем бахнуть снайпером 90%. 90%, я сказал. Кибера все еще пытаемся закрыть. Перезарядка. 52-52. О, хорошо. Стрелять нечем. Надо full DPS, короче, бахать. 69. Full DPS 1. Сука. Два раза по 74, давай. Раз. Чуть-чуть осталось. Добей. Yes! Господи! Это такая жара! Заковырено вообще еле-еле. Все готово. Еле-еле просто. Делайла там перед ДПС, рейнджер вообще молодец. 59 меткость. Давай-ка хэвиком все-таки по метку поставим, потом же добьем. А вообще надо было сопрессить, конечно. Это я накосячил опять. Справились. Повышение. Шок. Что? Что? Внизу город. Ход пришельцев. Что-то упало, видимо. Склеечка такая. Ой, как я эту баржу буду проходить, я не знаю. Ранений пока нет, но я потратил два дыма. А теперь в бой. Начинаю наблюдение. Weapons hot. Я на чеку. Просто шок. Сейчас через разведчика надо идти. Ой, уже слышно. Мутоны дальше. Пошла маскировка. Можно начинать. Этим ни в коем случае маскировку не делаем. Уже иду. Штурм один. О-о-о! И скрипт. Нельзя двигаться быстро. Сейчас опять скрипты непонятно куда. Крисолит. Ладно, один крисолит. Это так несерьезно вообще. Блин, крыска. Бах, на тебе, маленький. Я там, ну, баржу я-то не это самое. Добиваем крыс. Движется противник. Три Thingman, которые на старте упали, а впереди кибердиск. Вот это было очень стрёмно. Прям очень стрёмно. А... Крисолит такой. Это, видимо, из чатика пришел крисолит наш. Уже выдвигаюсь. Стоп, а как? Тревога. Глядь.
Блин, тут не было фулл-кавера. Три мутона, я... До куда добегаешь? До сюда добегаешь. Полуукрытие, кайф. Или сюда лучше? Сюда лучше, фулл-кавер не увидит. Сделаю. Замаскирован, хорошо. Отступаем, отступаем в тень. Ушел. Кажись, ГГМ. Блин, три мутона. О, три мутона, боже ж нить. Три мутона, пойду сейчас все. Идут. Летун. Убили. Этот готов. Вот он идет. Идут. Три человека. Надо записать. Три мутона. Плюс один. За центром. Что-нибудь подсказывает, что я буду еще эту миссию играть. Попробуем так увидеть. Ух ты ж, ёжик. Снайпер охренеет просто от... Гренку докинем. Было, блин, красиво. Не, с одной стороны хочется подойти и расстрелять. С другой стороны, снайперы не работают. Я могу закинуть две гранаты, но это все, что у меня есть. Жопа. Ну, сейчас я могу, типа, фунгануть. Выйти пострелять. Ну, а дальше что делать, я не пойму. И то не факт, что я тут... Не, я тут всех троих флангую. Может, реально выйдем, постреляем. Какие опции? Ты один раз выстрелишь. Ты вообще ни разу, скорее всего. Хотя нет, право, ты увидишь. Ты выстрелишь раз, но овера у тебя не будет. Снайперы отдыхают. Ты выстрелишь разок, но у тебя пушка хреновая. Один раз из лазерного пистолета. Что-то не нравится мне этот расклад. Светошум бы. Откуда светошум взять? Не, учитывая криты, на самом деле, я могу это сделать. Через одну гранату только. Если я делаю массовый овер, что может быть? Во-первых, тебя, скорее всего, фланганут разведчика. Во-вторых, побегут. И так или иначе, даже если ты первого встретишь на овере. Да, сейчас надо дэмэдж наносить, друзья. Поехали. Добрый день. Лучший дамаг это гренка. Ну, по крайней мере, от инженера. Поехали. Возможно, даже вторая. Блин, а чем им плевать? Иду. 100%. Работаем сначала по ближнему. Крита нет. Крита нет. И это уже залет, на самом деле. Либо команда. Здесь точно надо выходить из инвиза. Есть. Крит сработал.
Так, один под сопрессом, со вторым что-то делать. Сопрессить дальнего. Иду на позицию. Не дальнего, потому что снайпер видит только этого мутона. Крит на 5, хорошо. Соответственно, сопресс у нас не будет. Ну, потому что я не увижу мутона, только дальнего в лучшем случае. Убить его маловероятно. Этого убить еще менее вероятно. Столько не крит. Снайпер не увидит. Или подставится, или не увидит. Команда или выстрел? Выстрел лучше. Блин. Нет смысла. Надо сопрессить этого в любом случае. Стрелять по левому, молиться на крит. Такой, который его прям пробьет, пробьет. 58 с богом. Крит, но не пробил. Ну все, как бы. Поиграно. Снайпа выводить и стрелять такое себе. Разве что вывести так, что его типа не видит, а он на овере с пистолета постреляет. Нет, ты скорее тут получишь. Мы откинули их назад. Один мутон что-то уходит. Overwatch. Минус. Блин, друг, пожалуйста, не наломай дров. Не наломай дров, не надо. Просто уходи. Ушел просто! Паника мутоновская! Паника зеленая! Ой, какой же ты, какой же этот русишка маленький, маленький, такой зелененький, ути-пути. О, хорошо. Так, разведчик. Инвиз пошел. Влево уходит. Я бы назад перегруппировался. Пока у меня нет инфы, где он. Лучше вообще не рисковать. И перезарядки нужны, и все нужно. Похоже, вы расшевелили этот гадюшник. Может, я зря так. Пришельцы бросят все силы на защиту своего корабля. Бежит. Овер, овер, овер. Блин, убежал мутон. Вас понял. Перезаряжаемся. К бою готов. Готово. Капец, такая миссия будет сложная. Она будет долгая. Необычная в том плане, что... Я не знаю, что там дальше. Тут если мутоны и кибердиски на старте ходят, это... У меня все это вообще как? Пацанов притащит, да, он может. Может вернуться с подкрепой. Опять я тут непонятно чем занимаюсь. Уже иду. Все-таки подтягиваемся поближе, потому что если... Разведчик будет... Если мутон выйдет к разведчику с фланга сейчас, то мне нужно его прикрывать. Чумантер, может, стоит ближе последнего снайпа подвести? Так а он же волк-одиночка, у него перка не будет. Так, здесь у нас нет инвиза. Слово совсем. Двигаюсь на позицию. Уверим. Надо сдвигаться сюда было. Похоже, мы здесь не одни. Всеми. Уже передислоцироваться надо туда.
Ладно, молниеносный есть, если что, убежим. Задача ясна. Да, этот гад ушел. Я подхожу остальными, раз. Оставляю только... только снайпов пока здесь. Блин, зря сейчас опять на овере никого не оставил. Слышу. Тут нет укрытий, друзья, нормальных. Двигаюсь на позицию. Фулл каверов нет, поэтому я разведчиком очень рискую. Подтягиваюсь остальными, но лучше в полхода, опять же, чтобы в случае, если мы словили с вами скрипт, у нас было максимальное количество оверов. Здесь тоже одинокий волк. Тут не одинокий. Но этот снайпер может здесь поработать еще. Может, типа к углу вот здесь добежать. Пытаться, если что, назад мы свалим. Да, он там. Слышали? Слышали, слышали. Нужна разведка, друзья. Сканер не хочу пока тратить. Надо вот с снайпами добраться вот тех колонн. У них там позиция будет шикарнейшая. Простреливать будут. Так, замаскирован. Смотрим. Видим. Где? О, летуны здесь. И там он с мутонами что? С мутоном, с этим плаксой они стоят, да? Пожаловался ты, а? Да, пожаловался, вон он мутон и три летуна. Ё-моё. Блин, надо быстрее туда идти, потому что если они будут двигаться... Я не успеваю. Снайпы, в принципе, уже могут проходить дальше, потому что мы видим, что... Ну, можно выставлять уже. Да не только снайпов. Инж тоже зайдет хорошо, и ганнер тоже. Блин, не хочется, конечно, соляного снайпера так быстро подводить. Наверное, он все еще останется здесь на какое-то время. Назад я не могу отойти, я как только выйду, отмаскируюсь и все, и до свидания. То есть я должен молиться здесь, что меня не фланганут. Заканчиваем ход. Внимание, штурм один. Сейчас на вас выйдет скрипт, подразделение. А я без оверов. Черт. Я вообще без оверов. Там еще мутон, там минимум два мутона. Кого видим? О-о-о-о! Thingman сектоид в тылу. В тылу. Срочная перегруппировка. Народу не так много, но я, как говорится, вообще не в позиции. От слова совсем. И Thingman, если он доберется доверху, а я не смогу ему... А я не успеваю его заблочить. То он будет меня мочить. Хачхевик все равно не уйдет, поэтому он по полуукрытию работает. Здесь возвращаемся. Пока по максимуму. Еще не успевает. Здесь молимся. Блин, здесь снайпа бы наверх сразу же, но хотя бы вот сюда вот наверх можно вывести. Не факт, что здесь народу совсем нет. Давай вот сюда его. Он сзади сможет пострелять. Выдвигаюсь. Да, кстати, ганнеры можно отправить. Это же, в принципе, хорошее место. Оно вот на таком же уровне, как... Нет, оно ниже. Оно ниже.
Надо на подмогу бежать. Ганнера тоже возвращать. Снайпера уводить. Есть молиться, что ничего не произойдет. Эти стоят, хорошо. Сначала разобраться с дальними. Бегают рядом, как будто. Бегают там, мутон, бегают. Все еще видно. Блин, тут уже опасно. Не вижу, но... Черт, как здесь позиция хреновая. Там всего два лемминга, блин, стоит. Но жизнь мне портит основательно. Все-таки я верну Хэвика. Я понимаю, что это долго, но... Возможно, там затянется. Овер. И скип. Я сейчас вообще не в позиции, друзья. У меня один завязан товарищ. К двоим сзади выходит. О, выходит сектоид, блин, но... Отвратительная точность. И фланг. Но сектоид отходил. Нет. Твою мать. Ранение, серьезное ранение у нас уже здесь. Снайпер видит. Видит. Стреляем. Капец, обычный сектоид, а? Тут травить еще могут. Я пошла. Блин, опять сейчас на овере, мог же мне убить с двух траев. Они неплохо. Ладно, саппорт. Главное, что не потеряли, а то сейчас бы он, если он упал, это забей. Там 5 аптек у него. Это обычный сектоид, понимаете? Обычный сектоид. Вторую аптечку вязаю на себя. Терпеливо здесь ждем. Заодно Хэвика подведем. И снайпам. Подходите, гады. Я не могу его разрядить на молниеносных, потому что у меня завязан этот товарищ. То есть один Цинман, который в тылу, он мне очень сильно все портит. А уходить отсюда, значит, с пулей два пака. Как здесь работать, я не знаю. Ставим снайпа исключительно... Блин, Overwatch. Так, может сработать. Так, Хэвика подходим для сопресса. Будем выходить по траектории. Грязь. Просто грязь. Я готов. Он сейчас может сорваться, конечно. Пойти, увидев, что я рядышком. Может, он не знал, где я. Идет. Overwatch 97. Есть.
Вот, вот Делайла что делает, красавица. Практически не мажет на оверах вообще. Все, друзья, ранение получили, но бежим. Бежим. Снайпером пока ждем. Пробегаем на фул. Оставшимися. Просто на полную. Надо сейчас забраться двумя снайпами на башне, инициировать хорошенечко. Возможно, даже вот отсюда двигаться всеми, направо сместиться, потому что они слева, я скорее их сагрю. Поставить, по крайней мере, двух снайпов и ганнера рядышком. Да, давай сюда. Вас понял. Все равно есть опасение, что не стоит рашить прям в рамках текущего хода. Соляного снайпера можно поставить вот сюда. Там хороший обзор. Там минимум 5 человек. Минимум, понимаете? Вижена у него отсюда нет. Нет Vision. Так тоже нет. Это плохо. А здесь мы можем уже стригерить. Я в пути. Держимся. Снайпа точно не надо сейчас подводить. Ну, имеется в виду сюда вот на полную. Когда летунеют взлетает, Vision будет, по идее. Может быть, кстати. Вас понял. Там для всех места не хватает. Так, там. Сюда не хочу вставать последним ходом, особенно. Это может быть глупой ошибкой. Но вроде они дальше, я не должен их сейчас пулить. Я надеюсь. Пробуем аккуратно хэвиком проверить, хорошо. Пробуем снайпа завести одного. Координаты получены. Он даже так не видит с общим видом. А потому что они типа ниже находятся. Блин, что же делать? Близко просто получается. Сразу у меня снайпы будут простреливаться. Очень близко. Ганнер тоже наверх. Блин, на самом деле можно и... Я не знаю, как инициировать, если честно. Такой ситуации. Перезаряжаемся. Последнее приготовление. О, наш мутон. Да ладно. 11%. Вот как он, откуда? Почему он там оттуда вышел? Тут получается два пака, да? Так, ладно, здесь снимаем мутона, это понятно. Раз. Ой, блин, у меня каски нет. Смешно, Михаил, смешно. Ты что,
Как инициировать этих летунов с пачкой мутонов? Как? Надо как-то подходить, каверы какие-то занимать, но я не вижу тут ничего. Ой, там 5 человек. Ёпрсоте. Точно снайпер никак не видит? Никак не видит. Снайпер, если сюда поставить, он будет слишком близко к тем. И то не факт, что будет вижен. Хотя нет, отсюда будет вижен. Но стоит ли его туда ставить или нет? Блин, тут такая... Вот с этой хренью справиться... Там 2 пака. Там 5 летунов и 1 мутон. 5 летунов. Не, я думаю, надо снайпера второго уводить слева нафиг. Направо, на крайнюю вот эту штуку. Там, во-первых, угол может быть, ну, чисто теоретическим. РПГ. Какой РПГ? У меня ракетчиков сроду не было. У меня гренадер, который гранат хорошо кидает. И ракетчик тут еще мог промазать абсолютно свободно. Подходим раз, заканчиваем ход. Капец там народу. Делаю перезарядку и овер. Ага, ага, ага. Половинка. Там один не перезаряжен только. Заводим снайпера, пробуем им инициировать. Потому что я не могу стрелять по ним. Сами они не идут. Пробуем. Есть? Ну, хрен из два. А так? Нет. И вроде максимальная разведка, максимальная аккуратность, но я не знаю, каким образом тут стригерить людей. Не знаю просто. Может, разведчиком он типа в бок уйдет? Но разведчик все равно как бы завязан. Если он выходит сюда, идет триггер. И дальше смотрим. Полуукрытие. Такое себе. Разлетятся, всех увидят. Спалить, скатить назад, катить. Да, можно было, но уже поздно. Я тут на позициях стою таких. Может, конечно, их гранаты стригерить. То есть подойти вот сюда. Меня, скорее всего, не видно будет под таким углом. И закинуть им гренку. Раз. Ну, потому что это лучшая инициация с точки зрения урона входящего. Блин, как я волнуюсь, а? Уже ногти сгрызаю нафиг. Дымок перед инициацией, кстати, грамотная штука. Я вообще гренку докидываю. А я уже докидываю гренку, прям докидываю. Ладно, поехал дым на нашу троицу. Четверочку вот это сюда вот, да? Раз. И гренка пошла. Вот сейчас мутон удивится. Надо прям как можно ближе к центру. Так, наверное, даже. Поехали. С Богом. 6 человек.
По единичке всего лишь, ё-моё, полетели. Но не все стригерились, они не поняли, откуда. Ганнер, 64, ё-моё, отлично стреляем. Просто отлично. Подходим сюда, раз. Общий вид есть все равно, так что постреляем. Делаем сапресс. Лучше на дальний. Не, на того, кого будем убивать, то бишь на ближнюю. Ой, ГГ. Уже рандом пошел. Сходу выстрел. И на овер встаем. Хорошо. Да, овер пошел. 83, пробуем дальнего добить. Хотя, блин, ближний-то опаснее. Давай, ближний, 73. Снайпер мажет. 52, 62. 90, 100. 90. С критом надо было, блин. Справился, молодец. Здесь добиваем и на овер ставим. Еще 4 человека. Господи, в том числе мутон. Но главное, гренку он не докидывает. Выходит мутон. Сразу попадание 70, попадание. Есть минус, мутон упал прям туда, в город. Кто такой? Блин, зеленый, зеленый опять. Падают сверху. Ненавижу эту партию. 64 промах. А, попадание есть одно. Нормально. Живем, 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 живем. 24. Есть, живем. Еще один. Фуловый. Ой, опасный. 44. Попал. Еще один, блин, забыл. Не-не-не-не-не-не-не. Гренадер минус. Сто с критом по жирному. Сапресс на здоровом. Ой, ну их слишком много было, друзья. Их было слишком много. Убиваем это. Вот и все. Идти поднимать, честно, надо будет. Держись. А кто это? Стингмены, что ли? Еще два мутона и летун. Откуда? Там же. Делать-то, а? Стабилизировать уже крайне рискованно. Фух, дыма уже нет. А я на уверах их вообще никак не пью. Надо типа перегруппировываться сапом вниз сюда. Вставать пока на овер. Даже забираться наверх не хочется. Лучше призрядиться. У меня все под контролем. О нет. Мне бы еще ход один. Живем. Подходим, пробуем стабилизировать. Нет! Еще пак.
Эта гренка мне прилетает, просто если что. Пытаемся с критом мутона пошатать. Есть. Еще немного нужно. Но видим только летунам. Выбора нет. Крит, хорошо. Летуна точно добьем ганнером. Нет, 84. Да ты что, блин? Допрыгался. Как я не хочу сейчас подходить хэвиком, но, видимо, надо. Надо прикрывать пацанов. И, видимо, надо вписываться. Слева, кстати, может быть еще один пак. Вполне вероятно. Передвигаемся направо, чтобы не стригерить никого лишнего. Только не гренка. 40. Очень нужно попасть. Очень нужно попасть. Блин, зачем я тебя поставил? У меня есть еще оверы. Кажется, нет. Есть овервотч, не гренка. 35. Нет. Пробил. Еще слева топают. Ритм здесь опаснее получается. Довалит у нас критом. Не, мутон. 1%. Что-то я забыл, что у этих мутонов. 5 без крита. Добиваем точно. Добиваем правого мутона, скорее всего, 93. 93! Сапресс, только сапресс. Ну как, полечиться надо. Себя причем. Или сначала отступить. Сюда. Фланга нет. Давай. Что это, командир? Что с зарядами на лечение? Общий вид. Давай, надо. Пофиг на сапресс. Блин, ну что ж ты делаешь? Ну... Что же вы делаете, ироды? Тут лучше Overwatch. И выходит новый пак. Попуху. Нет. Поддержка, давай. Yes! Overwatch как спасает. Господи, там 50 на 50 еще. Так, летуна левого. Нет, нужен второй снайп. Патроны заканчиваются. Летун точно. Да 90%! Да вы достали уже! 64. Сопрессить летуна надо. Попытаться добивать. Твою ж мать. 93, попади, пожалуйста. Фух. Я в шоке просто. 84, 93, 90, да. Я тут просто пытаюсь. Да 74 промах. Хоть ранить его надо разок, ну. Да вы что? Ну нельзя так, ну. Зов крови, там мутон еще. 4 мимо, хорошо. Черт. Перезарядки, патроны заканчиваются. Перезарядки снайперы не работают. Тут надо сопрессить. Ганнером пытаться добить.
хорош. Плохо. Черт, он не сдох. Опять два хода летуна убивать. Вы вообще охренели, что ли? И бегут новые, мутон. Ой, здоровый. И промах. Блин, только не гренка, только не гренка. У меня там ни хрена нет. Нет, он стреляет, 35. Нет. Теряем снайпа. Они попадают, все, понимаете? Они попадают, все. И паника. Сопресса нет. Пора перезарядить пушку. Надо, наверное, через команду делать сопресс. А, это ты не в кавере. Твою налево. Нет подходящих объектов. Кайф. Че, под гранату выходить, что ли? Я не факт, что его убью. С двух-то выстрелов. Я уже проходил эту хрень. Перспективы словить гренку. А, у меня два же выстрела. Нормально, стреляем. А, нет. Ой! Я ж там перезарядка, не два. Перезарядка. Там еще вроде один. Капец. А у меня без стабилизации еще человек. Одна из последних аптек уходит на стабилизацию. Минус два бойца. Впереди еще половина баржи. На сегодня все. Двенадцать с половиной часов трансляции. Спасибо за то, что смотрели. Спасибо за то, что болели. Я не знаю, как мы будем натаскивать это. Ладно, Инжа там теряли. У него гранаты почти закончились. Последний гренку и последний дым у него оставался. Или два дыма. Ну да, последний дым. Там два в начале, один там и последний дым оставался. Ну как мне без рабочего снайпера пытаться с паниками? Следующий же пак на 6 человек я просто не вытаскиваю. Ладно, надо подумать, переспать с этим всем делом. Спасибо, друзья. Но за это и любим X-чом, потому что, ну, ты идешь на... Это еще не максималка. Ну я там накосячил, конечно, к этому моменту. Если бы не зафейлил 3-4 момента, то можно было подойти значительно лучше. Но все равно дичь. Все, всего хорошего, друзья. Пока.